Есть. Есть. Фрикцион. Есть. Заснял поклевку, ребятки, для вас. Видите, как я вас люблю. Стараюсь. Есть. Хорошо. Идет. Так, друзья, привет. На дворе 12 марта. Я снова выбрался на рыбалку. Короче, сегодня я не один. Сегодня я с Димоном. Пришли. Дима, привет. Мы на зимнюю приехали, на весеннюю. Смотрите, что. Короче, можно по льду ходить. Короче, пришли мы спустить лодку. Не знаю, спустить-то спустим, как вешать мотор и накатом как-то брать. Я же, конечно, понимаю то, что после обеда все это растает. Но ждать не вариант. Смотрите, какой ход льда идет. Вот это притянуло. Короче, на дворе было минус 8 градусов ночью. И вот буквально за одну ночь, что произошло с водоемом. Но я думаю, частенько все равно будет такая свобода. Но этот лед фигня, мы его поломаем, сантиметровый. Нам главное, как лодку спустить. Потому что здесь лед уже такой, достаточно толстый. А тут вообще набило. А там поворотная часть, мне кажется, вообще хуже будет. Так, короче, пробьемся. Пьем горячий чаек. Немножко подзамерзли, пока ехали. Печка у меня в машине не работает. И спускаем лодку. Всем приятного просмотра. Заранее лайк, подписочка, комментарий. И все. И с Ямашкиным мы, короче, будем... Приходите ко мне смотреть. Димон, ну что, как вообще предпосыл? Поймаем мы сегодня с тобой рыбу? Не знаю. Не знаю. Воздухом точно подыхнем. Морозным. Короче, будет интересно. Поехали. Смотри, как она лицо. Одного. Смотри, потом просто я беру нос. Да, и все. И ложу. Без всяких проблем. Так, друзья, лодку мы уже спустили. Она у нас стоит на льду. Сейчас мы прям тут повесим мотор. И пойдем уже на... Хотя как мы... ну мы ее носом, в принципе, туда вытащим. И там уже корму развернем. Возьмем с собой лопатку саперную. И лед просто поломаем. И нормально будет. Вся она обледеневшая. Инеем покрыта. Будем что-нибудь искать, чтобы постелить. Так, друзья, ну что, мы погрузились, готовы идти в большое плавание. Димон все обезопасился, надел жилет. Вот столько у нас вещей. Сейчас это будем распределять немножко назад. Я сейчас просто там немножко освободил, чтобы запустить, прогреть мотор. Я вспомнил, что я хотел взять в машине. Я забыл саперную лопатку. Возвращаюсь. Вот такая вот шикарная вещь у меня есть. Как-то мне товарищ подарил много-много лет назад. Потом я ее потерял в Магое. Потом я ее нашел через полтора года там. Так что, я думаю, она нам пригодится. Ну-ка, протестим ее. Отлично. Как топор. Даже пила есть. Главное не утопить. Все, работаем. Друзья, повесили мотор. Nissan Marine 9,8 лошадиных сил. Лодка примерно 3,5 метра. Ширина 1,20 м. Борта низкие. Сейчас попробуем под собственным весом разломать вот этот лед. Все, давайте сейчас освобождаем место для Дмитрия и чешем с вами ловить рыбу. Как говорится, козырное слово. Меньше слов, больше действий. Поехали. Так, друзья, Дмитрий грузит. Ты на носовую часть садись. Ты можешь одеялку взять, если хочешь. Моторчик у нас прогрелся. Давайте посмотрим, поломаем ли мы эту часть. Ага. Пошлите потихоньку. Thank you.
сидеть. Друзья, ну что, мы прибыли на первую точку. Дмитрий говорит, в любом случае будем ждать, пока солнышко прогреется. Но нашли такую частинку. И как хорошо то, что встали на ямке. Тут примерно метров, ну, я думаю, где-то до 11, вот так вот. Может, 7-8 метров, 9. Всегда местами здесь. Я тут летом ловлю сама, сазана. Вон, лед, чача пошла. Короче, пробуем, оснащаемся. Так, друзья, рыбачить я сегодня буду. Палочка Nautilus Invent, длина 2,44, тест 7,21. И оснастим ее катушечкой от Nautilus Arta 3000 с плетенкой Nautilus 0,18 диаметр, 4-жильная. Попробуем, поработаем. Ну все, ни хвоста, ни чешуи нам. Поехали. 36 я повесил. Если есть тяжелее, вешай тяжелее. Падает? Падает, падает. Для щуки самое то. Плавное, медленное падение. Так, друзья, сделал первый заброс. Сейчас мы поймаем щуку на 12 килограмм. Смотрите, Димон, как тут же будет. У него своя методика. Короткими. У тебя тоже короткие. А я по два делаю. Я вот так делаю. Ну все, здесь уже лодки у меня не падают. Друзья, хочу достать эхолот, опустить и посмотреть температуру воды, глубину данной позиции и посмотреть, есть ли в наличии рыба под нами. Погнали. Так, достали эхолотик, опустили датчик, открываем, включаем и смотрим. Под нами 9 метров, грубо говоря. Так, друзья, ну что, постояли мы на этой ямке. Решили, короче, уйти чуть ниже за поворот. Там помельче. Возможно, хищник вышел на более мелкие места на реке, чтобы поохотиться. Давайте проверим эту информацию и перемещаемся. Так, друзья, что-то поднимаю. И, по-моему, оно сопротивляется. Смотри. Давай, пацак. Рыба, зацеп, ожил. Зацеп, ожил. Щука. Нет, поднимается вверх. Видишь, что-то забагренное. Смотри, пошла куда. Ты меня, что ли, еще тянешь? Да, ты меня, по-моему, еще тянешь. Щука? Щука. Ну, ты за бок кого-то, короче. Хищника. Сом. Сомик.
песцом. Ребят, почти ртом взял. У нас, видите, крышка мотора снята. Сейчас попали в такую историю. Охлаждение не работало, вода не шла. Да сопло замерзло, чуть-чуть, скорее всего. Перегрели мотор. Сейчас ждали, пока он чуть-чуть остынет. Вроде завели, вроде это, вода идет. Вроде все хорошо, рыбалка продолжается. А то уже думали, возвращаться будем по 100 метров и охлаждать его. Давай. Поэтому я наутилус жалею. Так, друзья, ну что, камера разрядилась. Вот первый, короче, не трофей, но уже какой-то результат. Короче, я его забагрил, он ушел сначала в зацеп. Я руками отцепил вот такого скользкого типа. Давай, достанем, покажем. Вон, смотрите, какой красавец. Но он такой, он в принципе мерный, его уже можно брать, он такой же орешь, в нем сантиметров 70, да, явно есть? Нет. Нет. Но мы его в любом случае отпускаем, пускай идет в освоясь. Не-не, все, перевернулся нормально. Не, ни крови, ничего, абсолютно, я его под нижний плавник, короче, зафигачил. Нечаянно. Ладно, продолжим. Короче, друзья, это вообще что-то, короче, просто что-то, просто что-то огромное. Сейчас легче пошел. Блин, все, я сейчас наутилус, короче, переобуваю, убираю эту палку. Хотя Дима говорит, инвент у них вообще очень качественные и прочные палочки. Смотрите, что с палкой делает. Епо. Приехал половить щуку с судаком. Продакшн. Помню, это следующий заброс, да, сразу? Сразу, прям со второго заброс. Опять забагров сверху пошел. Пожалуйста, наутилось, терпи. Терпи, смотрите, что с палкой делается. Тихонечко вывожу. Ну, сами понимаете, сом — это рыба такая. Особо он не сопротивляется, но он упирается очень сильно. В кольцо сворачивается. Плюс, наверное, еще и за бок. А может, и за попу я его. Вот это сом. Смотрите, какой сом большой. Ну, ладно, хоть этот зацеп устраним. А я думаю, что даже это не сопротивляется. Ну ничего, плетня у меня мощная. Короче, вот такой улов. Смотрите, что делает. Смотрите, пока Дима камеру достает. Ну это всегда, это, короче, беда блогеров. Смотрите, что у него с палкой делается. Щуку, да? Забагрил, может, не, щука. Так, давайте я достаю. Сейчас продакшн будет под саком отрабатывать. Вроде бы. Надо помочь коллеге. Как будто поклевка была. А вроде и нет. Идет тяжело, щука легче бы шла. Чем-то на сама похожа. Ну сразу, видишь, и пошла она. Сазан не погибли. Может быть, кверху пойдет сейчас. Ну ничего, ждем. Этот труд такой долгий. Иной раз рыб по полчаса стоишь, страдаешь. Всю зиму вот этого вот. Не хватало? Да. Мы тут на лягушку ловили. По осени. Осенью. Такие, короче, до 4,5 килограммов. Самый такой размер, да? Андрюх побольше, чем твой. Да. Может, даже он и забирабельный у нас. Нечестно пойманный, но забирабельный. Давай, я сейчас его заведу. Блин. Ну. Дома. Ну, это размерный. Больше 200 будет. Такой особь. Килограмм 2,5 точно есть.
Дмитрий достал. Я все отцепился. Да, Дмитрий достал своего трофея. Ну, смотри, какой. Хороший. Ох! Рыба мечты. Давай я тебя на телефон сфоткаю. Сейчас отправим ребятам в телеграм-канал. Отлично. Да неужели хищник вышел? Пацак? Неужели хищник вышел? А! Да, прям этот как надо ударило. Прям это. Тудунс ударил, налетел. А кто? А кто? Друзья, а кто это может быть? Прям это забросил этот, буквально там сколько, одну проводку этот. Вот сейчас что-то багранулось. Я недалеко бросил. Так, друзья, сосредоточились. Дима говорит, зацеп живой. Так, ну ладно, работаем пока. Продакшн, работай. Блин, у меня вот GoPro не раз так подводило, конечно. Поврежденные файлы бывало выдавал. Ага, тоже бывает такое. Пипец, такой там кантон, думаешь, о, я заснял, домой приходишь. Ёпарас это. Отцепил? Ну да, прям. Так, друзья, ну что, у продакшена без приключений никак. Короче, у нас из мотора перестала идти вода. То есть нет охлаждения. Воздух идет, крыльчатка крутит, а вода не поступает. Возможно, что-то забилось. Сеточку нижнюю проверили, все чисто. Да и грязи особо в воде нету. Чем она могла забиться? Мы по раскатам мотаемся, по водорослям. Не знаю. Попробуем сейчас. Потихонечку будем подниматься наверх. Ну и периодически будем снимать для вас контент. Так что рыбалка не заканчивается. Приключения у нас начинаются. Поехали. Так, друзья, остановились на следующей точке. Везде глубоко. Везде прям яма на яме. Так, друзья. Точно что-то было с ударом. Серьезно? Щука, наверное. Ладно, я бросаю спиннинг. Я этот подготовил, разобрал, собранный. Я достаю, короче, подсак. Давай, Дим, за тобой первый хищник, дай бог. Да, вроде все прям. И головой трясет. Как надо. Щука. И как надо сделать. Сашка, подписчик мой, сказал, что здесь щука обитает. Надо, говорит, только пробовать. Раз на раз не приходится. День есть, день нет. Давай сегодня, возможно, Димон будет есть икру. Завтра утром. Подводка пошла. Но точно не забагренная рыба. Жерех. Хороший какой. Вот, вот. Вон, что балыки будет сегодня есть у нас. Вот кто здесь стоит, оказывается. Димон, я тебя поздравляю. И как всегда у меня камера не наготове. Не наготове, но это блогерская проблема всех. Так, ну ладно, я заканчиваю проводку. Вон он кто. Ударил хорошо прям. Спилькеры может покидать. А мне кажется, сейчас железо не будет брать. Не-а, вода холодная еще. Не зря остановились, видишь, а ты говорил, давай дальше. Какую-то рыбу мы уже нашли. И причем там где-то, да, вот между этого, середина, золотая середина. Так, значит, надо под этот, короче, берег кидать и оттуда выводить. Давайте проверим эту теорию. Димон, да ты замучил. Серьезно? Не мимо, а ушел. Епо. Ушел. Такая подсечка была грамотная.
Короче, Димон ловит зацеп. Его просто не было уже. Ну идет. Или не идет уже. На подъеме взял. Такой рыбы. Еще и почти в рот. Да бери, ну жарешку. Нормально. Ты че, деликатес астраханский? Будешь забирать? Нет. А, ну оставь, я кошкам возьму. Давай, пацак. Ударил. Красавец. Давай, прямо у лодки взял. Ах, фрикцион. Нырнули. Все. Вот продакшн пошел, короче, контент снимать. Неужели? Ребятки, давайте ставим лайки, подписываемся на канал. Мандул сработала. Ртом, смотрите, ничего не багренное, все честно. Так, друзья, нашел точку, где жерех ловится хороший. Сейчас. Ничего, я не форсирую. Пускай, поиграем. Поднимаю, завожу. Да, хорошо сидит. Вот такой вот стервятник попался. Эх, весь в пиявках, пиявок нет, смотри. Весь пиясоряне с него прям сыпется, смотри. Смотри, вообще. Смыли пиявок. Оп, братан. Красавец, друзья. Ну, не такой крупный, но мерный. Где такой, там и на пятерку будет плавать. Работаем. Так, друзья, все, у нас идет контент. Вот сюда вот стрежень брошь. Немножечко неудобно нам работать, но мы справляемся. Второй жерех был прям на втором забросе после первого пойманного. Удар. Ты смотри, я фрикцион не закинул. Ух, бляха, промахнулся. Ребята, вы это видели? У меня аж этот локоть хрустнул на левой руке. Зараза такой, прикинь, бомбанул. Ну его тут много, судя по поклевкам. Почти на каждом забросе то удар, то тычок. Есть фрикцион. Есть, заснял поклевку, ребятки, для вас. Видите, как я вас люблю. Стараюсь. Есть. Хорошо, идет. Ну, на мандалу, если сел, ушел. Только сейчас хотел сказать, если сел, то конкретно. Сам себя сглазил. Так, ну вы это видели. Ну вы это видели. У меня на каждом забросе сиреневый цвет вообще работает идеально. Мандалу мне подарил Олежек, сосед и подписчик. Спасибо, офигенно. Оторвал я сегодня 3 мандалы. А, 4. И 4 чебурашки. Так, друзья, ну что, жерехом мы немного половили. Вон у нас результат там есть. Вон рыба где-то там спряталась у нас. Сейчас Дмитрий достанет. Димон. Вот, сегодня самая крупная рыба у Димона. Так, решили мы, короче, переехать и поехать все-таки поискать судака и щуку. Так что мы поднимаемся выше. Мотор через раз начал работать. Где-то охлаждение появляется, короче. Выходим на глис и идем. Ладно, поехали. Меньше слов, больше действий. Так, ну что, мы перебрались на другую точку. Долетели, как осы.
сейчас будем пробовать джиговать. Место такое судачевое, щучье. Жереха тут не будет. А хотя, кто его знает, этот корсар может везде тусоваться. Да, ветер раздул немножко. Ладно, готовимся к рыбалке. Друзья, решили мы пообедать. Вернее, дообедать. Мы там начали, здесь решили закончить. В рационе у нас сегодня пирожки с мясом, капустой. И вот такие вот котлетки из сазана с сыром. Нам приятного аппетита. И вам тоже, если вы кушаете. Так, по забросику мы уже сделали. Но результат пока не обнаружен. Я хотел с первого заброса взять щуку на 7 килограммов. Ну, не фартануло. Так, друзья, на днях ко мне подошел подписчик на Белинском банке, я рыбачил. Геннадий зовут, из Ставрополя. Ставрополь, кстати, привет. Вот такие мне силиконы подарил разные. Там от компании Relax. Это какой-то Joku Shaker. Офигенный, кстати, резина, не рвется. Одел двойничок, будем пробовать ловить рыбку. Погнали. Первый забросик я делал впустую. Следующий заброс. Так, друзья, ну что, наша рыбалка с Дмитрием подошла к концу. Как говорится, отдохнули душой и телом. Надышались свежего воздуха. Пришли на место. Лед как стоял, в принципе, вот как набило здесь, мы его поломали. Так, он стоит, кстати, уже другой мостик, мы вон там выгружались. А рядом вообще мостик классный по соседству, еще крепче. Но лед все равно как продолжал. Так и плывет сверху, внизу его уже нету, а здесь достаточно присутствует. Давайте спросим у Дмитрия, как рыбалка. Дим, ну что, как тебе, понравилось? Ну, если считать, что это открытие этого сезона, этого года, то рыбалка хорошая. Рыбалка реально была хорошая. Были поклевки жереха, были сходы жереха. Много, конечно, не попало на камеру, особенно у меня, потому что у меня на зарядке она была. Ну, от важной рыбы получили удовольствие. Мне понравилось. Друзья, давайте подведем итоги. Ну, в принципе, вот, карасика взяли на жарешку. Пару жерехов поймал я. Вот одного зачетного жереха и сомика взял Димон. Так что на сковородку, на котел мы себе наловили. Всем, кому видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Короче, везде, где можно, подписывайтесь. Все ссылочки я оставляю в описании под видео. Ну, а мы поехали домой. Спасибо за потраченное время на просмотр данного видео. Пока!